Всем привет! С вами Андрей Сонар. И сегодня я расскажу о новинке этого года. Катабайде Изи. Это самый легкий моторный каяк. Что же у нас в этом рюкзачке? Рулетка, на всякий случай, чтобы что-нибудь измерить. Надувной пуфик. Это не от этой лодки. Спас-жилетик. Штатная фанерная банка весом 2 килограмма. Сам Катабайт Изи. Мой любимый насос. Ну и, конечно, вишенкой на торте будет Ямашка-двоечка. Рассказываю про эту лодку. Называется она, как я уже говорил, Катабайт Изи. Почему именно Катабайт, а не Байтбот, на базе которого она сделана? Потому что она все-таки катамаран. Почему она катамаран? Потому что у нее высоко расположенное днище. Но обо всем по порядку. Длина лодки 360 сантиметров. Ширина лодки 110 сантиметров. Ширина кокпита очень большая для таких байдарок. 44 сантиметра. Длина кокпита 270 сантиметров. Высота транса стандартная под ногу S. Учитывая то, что все японские моторы делаются примерно 40-42 сантиметра по высоте, он сейчас вот 42 сантиметра. Леерная обвязка. Ручечка, ручки для переноски. Три отсека. По классике все. Два задних, один U-образный передний. Клапаны расположены в рациональных местах. Давайте перевернем лодочку и посмотрим, как она выглядит снизу. Выглядит она очень интересно. Как я сказал, это катамаран. То есть идет она только на баллонах. Что дает такое расположение днища? Во-первых, ходкость лодки. Катамараны всегда славились своей ходкостью. Во-вторых, остойчивость. В-третьих, минимальная площадь днища. То есть на него уходит мало материала. Вес лодки 9,9 килограммов без банки. Банка добавляет еще 2 килограмма. Упаковка, ремнабор. Потянут грамм на 700 еще. Так что суммарный носимый вес брутто в районе 13 килограммов. Можно еще облегчить. Здесь стоят тяжелые ручки, весящие каждая по 200 или даже 250 граммов. Вместо них можно установить тайм-триаловские ручки весом в 15 граммов каждая, а по прочности они не уступают тем. Давайте опробуем лодочку на воде. По-моему, замечательный байдарочный ход у этой лодки. Вот 4,7 практически сразу. 5 километров в час. Два. То есть вот крейсерская скорость у него около 5 километров в час. Это на холостом ходу. Вот он так идет. Очень экономичная скорость и очень хорошая скорость, например, для ловли троллингом. Чуть-чуть добавил газу, меньше половины, скорость 7,6. Пол газа, скорость 9,6. Полный газ, 11,6. 12.
12,3, 12,5, скорость растет. 12,6. Нормальная для Ямашки двоечки скорость. В общем, это лодка для тех, кому нужен минимальный вес моторного комплекта, в то же время приличную вместительность. Вместительность у этой лодки гораздо больше, чем у той же фишки. Кроме того, эта лодка отлично подойдет тем, кто хочет практиковать байдарочный способ гребли. Максимальная мощность мотора для этой лодки составляет 3, максимум 3,5 лошадиной силы. Более тяжелый мотор вешать не стоит. Почему? А потому что грузоподъемность Катабайда Изи все-таки меньше, чем у лодок с днищем, с надувным, которые участвуют в водоизмещении. В данной лодке днище в водоизмещении не участвует, лодка идет только на баллонах. Понятное дело, почему у нее грузоподъемность меньше. Но тем не менее, вот этот размерчик 360 единичка для одного более чем хороша. А у нас есть еще и двоечки, и троечки, и даже четверочки. Соответственно, в лодках большей длины будет и больше грузоподъемность. Катамаранные обводы позволяют без всяких дополнительных ухищрений в виде там всяких стабилизаторов или плавничков держать курс. Вот сейчас лодка идеально идет по курсу, по солнечной дорожке, потому что катамаранные обводы идет как на лыжах. С четырехтактником вы вот так вот мотор не поставите, а с маленьким двухтактником можно. Разумеется, при условии, если из всей водосистемы вы предварительно удалили воду, а все центр тяжести у мотора находится здесь, поэтому для переноски в рюкзаке мотор нужно располагать головой вниз. Кто-то может сказать: ой, убьешь мотор. Сколько меня уже так пугали. Ой, нельзя заливать масло для газонокосилок. Ой, нельзя мотор переворачивать. Все можно, все будет работать. Не бойтесь. Вся эта техника двухтактная, это как автоматы Калашникова. Если их там кувалдой не раздолбать, они будут работать, работать и работать. Ну вот это все добро весит примерно столько, сколько я сбросил за полгода. Как вот пробую я это дело поднять, сразу понимаю, что это все-таки достижение. Вот такой получился носимый моторный комплектик. С вами был Андрей Сонар. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Time Trial. Всем пока!